Счастливыми обладателями собственного жилья стали 19 человек. Среди них педагоги, строители, менеджеры, швеи и студенты. Всем им выделены квартиры в новостройке микрорайона Внуковский. Глава Дмитровского района Елена Трошенкова отметила, что это очень хорошая традиция, которая действует в районе уже много лет. Особенно приятно, что это событие в вашей жизни происходит в преддверии Нового года. Разве не шикарный подарок? И разве это не сказка? Для ребят, которые стали обладателями новых квартир, это новый счастливый этап в судьбе. Возможность нормально решать определенные проблемы, работать и просто комфортно строить свою жизнь. Сегодня действительно в Дмитровском муниципальном районе знаменательное событие. Ключи от новых однокомнатных благоустроенных квартир в домах-новостройках получили 17 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Начиная с 2006 года в Дмитровском муниципальном районе приобретено более 130 жилых помещений для детей данной категории. В 2017 году в соответствии с программой «Жилище» в Дмитровском муниципальном районе приобретено 19 квартир. В основном это квартиры в домах-новостройках. Средства на приобретение данных квартир выделяются из областного бюджета. Это в 2017 году выделено более 46 миллионов рублей на приобретение жилых помещений. Елена Трошенкова обратила внимание на то, насколько важна активная поддержка, которая оказывается детям, оставшимся без попечения родителей, на уровне государственной программы «Жилище». Каждый ребенок всегда в приоритете, и Дмитровский район в числе передовых по реализации данной программы. С детьми данной категории заключаются договоры специализированного найма на 5 лет. Когда мы вручаем ключи детям, мы обязательно говорим о том, что с вручением ключей, то есть с подарком, который дети получают в начале жизненного пути, они, конечно же, приобретают еще и ответственность за то, чтобы надлежащим образом содержать данные жилые помещения, своевременно оплачивать коммунальные услуги, то есть бережно относиться вот к такому дорогому подарку. В этом году впервые застройщиком жилых помещений является ООО «Гефест Инвест». И сегодня на торжественном мероприятии генеральный директор ООО «Гефест Инвест» Дмитрий Владимирович вручил не только ключи от новеньких квартир, но и подарки нашим детям. В завершение церемонии от имени счастливых обладателей ключей на встрече выступил военнослужащий Александр Корянов, которого специально отпустили из армии ради такого большого события. Через неделю молодой человек демобилизируется и вернется уже в свою собственную квартиру. Александр поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева, Министерство образования Московской области, а также руководство района за такой прекрасный новогодний подарок, о котором можно было только мечтать.